Друзья, всем привет! Сегодня я в Ашане, это Мега Дыбенко, город Санкт-Петербург. Тут уже вовсю продают новогоднюю посуду. Давайте посмотрим, что интересненького. Смотрите, сколько скидок. Большие миски 379, а здесь дорожка на стол из фетра 539 рублей. По-моему, это прошлогодние. Кармашек для столовых приборов 140 рублей почти. По-моему, это коллекция с прошлого года, хотя вот таких вот баночек я не видела. Сахарница 359, салфетница 300 рублей, кружки какие классные, вы посмотрите, 600 рублей, представляете, такую получить в подарок, просто красота. И посмотрите, какой чайник, такой он душевный, 950 миллилитров, 900 рублей стоит. Кружечки по 169, 209, салатники по 300, а тут банки для печенья, вы посмотрите, какая красота, 1290 рублей. Так, тут ниже опять кружки, вот эти вот кружки фарфоровые с силиконовой крышкой, термокружки 429 рублей. Есть с сантами, с оленями, вот такая красота, чайник для заваривания с новогодними рисунками, с карамельками, печеньками, классные. Чайник на литр 969 рублей. Салатники, тема тут щелкунчик. Красота, 400 рублей, конечно, не бюджет, на кружке по 429, это со скидкой, друзья. Ниже серия, такая вот детская тарелка, 319, салатник. Так, тут у нас опять тема щелкунчика, салатник со скидкой 500 рублей. Рядом десертная тарелочка 330, смотрите цены, ой, какая красота. Это такая пара, наборчик, тут салатник и кружечка, 600 рублей. Думаю, любой малыш обрадуется такому подарку. Блюдо 309, опять красивая тарелка со щелкунчиками, 550, есть и зеленый, и красный. Конечно, очень красивые, согласитесь, на праздничном столе будут отлично смотреться. Следующая серия со снежинками тоже красивая. 460, 260 салатник. Стеклянный снеговичок 200 рублей со скидкой. Стеклянная рукавичка с елочкой со скидкой 220 рублей. А рядом блюдо-домик 600 рублей. Очень симпатично смотрится, конечно. А вот такие салатники с машинками новогодними 160. Есть тарелки 250. Суповые тарелки тоже в этом же стиле 130. Кстати, неплохие цены по сравнению с теми, что сейчас мы с вами видели. Тут вот тоже красота. Смотрите, 250 рублей суповая. Рядом 350 большие. И вот такие 400 рублей с оленями. Новая серия контейнеров. Тоже на новогоднюю тему, на зимнюю. Тут есть и наборчики. Вот здесь вот 4 контейнера. У них красивые крышки. Похоже, сейчас фикс прайс продаются. Ну, вот здесь вот немножко другой стиль. Цены, к сожалению, нет. А так вот, смотрите, цены 145 рублей, 160. Тут в зависимости от объема, от размеров. Пластмассовые стаканы с крышками, нарисованы тут драконы, и сейчас они со скидкой 99 рублей. Также есть круглые контейнеры разных объемов, 80 рублей и дороже. Большие миски с крышками, тоже очень красивые, вот большая 250 рублей. Тоже они разных объемов, смотрите, 309 рублей. Есть вот такие вот с клапанами контейнеры для микроволновки, 280, ну и ниже. Красота ниже, это вот такая разделочная доска стеклянная, 150 рублей, и разные баночки для сыпучих. Смотрите, цены видно, красивый такой стиль, розовый, розовый с блестками, розовое золото, красота. Такая миска 289 рублей со скидкой, есть подешевле, тоже тут разные-разные контейнеры, разные объемы, размеры. Кружки с дракончиками, конечно же, тоже есть. Смотрите, цены. Сейчас они со скидками. Вот такие красивые, вязаные золотыми ручками. Со скидкой 470 рублей. Небюджетно, конечно. Стеклянные с дракончиками по 110 рублей. 240. Кружки с шишками и веточками по 170 рублей. А вот здесь вот красивые стеклянные тарелки, как будто замороженные. Такой вот у них узор. Форма скошенная. 530 рублей со скидкой. Тут же есть и большие тарелки, и десертные. Смотрите, цены видите сами. Рядом мне понравились такие красивые белые блюда, прямоугольные, с объемным рисунком, елочки, олени, там снежинки. 700 рублей. Представляете, для подачи на новогодний стол будет очень красиво смотреться. Фарфоровое блюдо «Звезда». Тоже очень красивое. Белое с золотом 600 рублей. Рядом елочка 500 рублей.
тоже красиво для подачи будет на праздничном столе, конечно. А вот такое вязаное вытянутое блюдо 900 рублей. Как корзинка, видите, такой рисунок. Красиво будет смотреться. Посуда такая очень тяжелая, видно, что качественная. Вот такое блюдо 650 рублей. Даже задумалась, может быть, себе что-то куплю. У меня ничего такого нет, как-то я не покупала, но такая красивая посуда, хочется купить. Вот такие блюдечки 230 рублей со скидкой, друзья. Ну и ниже тут посуда тоже со скидками. Вот такая минажница 780 рублей. Красивый объемный рисунок там. Очень, конечно, аккуратненький. Ниже большое блюдо для подачи, тоже с объемным рисунком, 860 со скидкой. И эта посуда, по-моему, тоже с прошлого года. Тут много скидок, смотрите, корзинки 650, много стеклянных бокалов, 250, 420, 290 рублей. Все со скидками. Вот такая золотая стеклянная и бордовая. Можно вместе, кстати, взять, сочетать. Есть в белом цвете. Тоже красиво. 251 бокал, 240, конечно, не бюджетно. А вот это вот новинка. Посмотрите, какие красивые, стеклянные, как льдинки. 194 рубля один бокал, один стаканчик. 172 рубля, 158. Это уже новая серия. Вот эти вот еще понравились, тоже такие рельефные, с полосками, 210 рублей. Ниже стаканы 188 высокие. Качество неплохое, такое толстое стекло. Такие по 140 рублей стаканчики. Смотрите, какие симпатичные креманки, как стаканчик от мороженого. 129 рублей, ну 130, считайте. Сейчас много скидок в Ашане. Вот такие стопочки интересные, тоненькие, вытянутые. Есть формы для вырезания печенек разных, для выпекания уже на новогоднюю тему. Тут и пряники, и елочки, снежинки. Кое-что без ценников. В основном ценники уже есть, смотрите, вот тут и олени, и елочки, и звезды силиконовые, можно кексики какие-то готовить. Новогодний декор также уже есть в продаже, вот это вот подсвечники, такой дракон 2300, тут смотрите, какие симпатичные подсвечники, 500-600 рублей, снеговички почти 600 рублей. Маленькие свечки по 60 рублей, елочки там и в виде шишек. А вот здесь вот в этом отделе очень ароматно пахнет, потому что много свечей ароматизированных, очень приятные у них ароматы. Например, вот такие в баночках 209 рублей, приятные. Есть небольшие свечи по 90 рублей, наборчики есть. Вот красивый подсвечник, ставите маленькую чайную свечу, и от тепла он будет, этот подсвечник, вращаться. Красиво, 400 рублей стоит. Вот эти свечи очень ароматные, разные там ароматы, корица, ваниль. Очень приятно пахнут, стоит 570 рублей. Ниже тут, смотрите, тоже апельсиновые, корица, имбирный хлеб. В общем, такие классические ароматы. Ну, очень приятно, очень ароматно пахнут. 570 рублей. Можно в подарок принести, я думаю. Кто любит свечи, можно себе брать. А вот здесь вот подсвечники точно такие же, как фикс-прайс продаются. Тут в Ашане они 670 рублей. Так что присмотритесь, в фиксе, по-моему, они 200-250 стоят. А золотые по 800 рублей. Есть вот такие стеклянные, как фонарики, 950. Небольшие звездочки мне понравились. 200 рублей они стоят, серебро и золото есть. Вот такие в баночках, тоже ароматные, 570 рублей свечки. Есть новогодние скатерти, цена зависит от размера, 679, 420 рублей. А вот такой текстиль, новогодние подушечки, есть сидушки в одном стиле, там и полотенчики, наверное, будут, и прихватки, но пока что еще небольшой выбор. Вот такие сидушки 440 рублей. Полотенчики с драконами есть со скидками 100 рублей, вафельные, тоненькие, разные тут дизайны, разные картинки. Там тоже новогодние 140 рублей. И вот такие салфетки под посуду на стол 160 рублей.
Ниже салфетки по 60 рублей. Вот здесь прямоугольные, также есть круглые. В общем, выбор огромный, как всегда. Есть вот такие красивые золото-серебро, кто не любит, картинками. Вот эти салфетки из ПВХ по 140 рублей. Очень, конечно, красивые. Присмотритесь. Фикс прайс иногда привозят круглые, но там выбор не такой большой. А здесь вот прямо на любой вкус. Ну и цена, смотрите, 160, 320, 100 рублей. Ну а дальше, друзья, покажу вам игрушки с прошлого моего посещения Ашана. Появилось много интересных игрушек, так что давайте под музыку вам их покажу. Разные симпатичные, тут и птички, воробушки, и украшения для елки, и большие драконы там разные забавные, павлины какие-то появились блестящие. Так что давайте посмотрим. Ну и на этом сегодня весь обзор. Все новинки. Спасибо вам, друзья, за просмотр, за внимание. Всем всего отличного и пока-пока!